сейчас мы находимся в всем известном клубе «Арма», где ожидается открытие нового сезона. Заявлены очень-очень хорошие диджеи. Хедлайнерами вечеринки сегодня станут Мэнди. Это культовые фигуры среди тех, кто любит музыку в стиле техно. Thank you very much. Также ожидаем увидеть Мачо Мэна Сиза. One of my best relationships was of course with the Russians. It's for you. It's for you. Thank you. Oh. В общем, вечер обещает быть очень жарким, горячим и насыщенным. Я пока вообще не понимаю, что здесь происходит. Часто мужчинам цветы дарит. Бывает такое. Минимальное, что мы можем вам подарить нашу любовь, наши чувства, нашу энергетику. Почему с цветами? Потому что у Наташи Абили сегодня день рождения. Пусть ее успех здесь будет бесконечен, а красота и здоровье присутствуют с ней тоже всегда. Поздравляем от лица Миллер ТВ, от лица всех поклонников клуба «Арма». Что хочется пожелать девушке? Только вечного позитива, любви, любви, любви и много-много энергии. Спасибо большое за прекрасные слова. Сегодня играют только мои самые лучшие друзья, которых я очень люблю. Чего ожидаешь от нового сезона? Сложный вопрос, может быть другой? А сегодня знаешь, кто играть будет? Кто хедлайнер, кто гость? Сиз какой-то. Что-то... Какой-то сиз. Да. Мы любим СИЗ. СИЗ наш кумир. СИЗ, ну, не знаю. Так, может быть, уберем его из лайнапа, ну его? Да нет, почему? Пускай играет, я не против. Он же у нас мачо, поэтому можно... Мэн, мачо мэн. At one point I'm a macho, but this is behind of the DJ booth. It's about my private life, about the girls and this kind of things, okay? And when you are playing, you're... When I'm playing, I'm almost like fair play. Like, play more, one more track, more. Hey guys, what's this? From Special Milan TV. А Мэнди слышала про Даги? Слышала, но не особо люблю. Мне нравится более андеграундная музыка. Что Мэнди сегодня? Ну, Мэнди послушать надо. Они играют божественную музыку. Я не обещаю, что буду держать себя в руках. There was a girl, she promised me to jump on the stage. I hope. Yes? And you? Maybe I will. Maybe jump in your pants? Yeah. So you like Russian girls, I see. No, I don't need this kind of stuff. No, I do it for the music. Понятия не имею. Можно я тебя поцелую? Вот так вот.
Что ж, друзья, судя по тому, как прошел сегодняшний вечер, новый сезон в клубе «Арма», да и не только, обещает быть очень-очень горячим. Не менее горячим, чем прошедшее лето. Осень только начинается, поэтому я желаю вам массу энергии, позитива, невероятных эмоций. Не забывайте смотреть «Миллер ТВ». С вами была Адриана. Очень скоро увидимся. Пока!